Спонсор программы «Солнечное утро» – торгово-развлекательный центр «Аллея». После затяжного ненастья большое солнце. Легкий ветерок с металлическим шуршанием перекатывает с места на место жесткие листья дуба. Парит пропитанная влагой подстилка из прошлогодней травы. Автор этих строк – сахалинский лесничий по фамилии Орлов. Он опубликовал свои наблюдения за островной природой в газете «Советский Сахалин» ровно 26 лет назад. С этого интересного факта начинаем новый день в эфире «Солнечное утро» и я, Ева Чучешвили. Поехали! Темы для беседы. Расскажем, что обсуждают пользователи интернета. Тяжелый стресс. Расскажем, что приводит к душевной травме и как ее пережить. Минутка просвещения. Познакомим вас с новыми фразеологизмами. С бодрым утром разомнемся перед трудовым днем вместе с фитнес-тренером Екатериной Баландиной. На календаре четверг, 23 мая, на эту дату у восточных славян приходится Вешнее Макошье или по-современному День Земли. Считается, что плодородные слои сегодня должны отдыхать, поэтому их нельзя пахать, копать, втыкать в грунт колья и метать ножи. Чем еще интересна сегодняшняя дата, узнаем в нашей постоянной рубрике «Народный календарь». 23 мая во многих странах отмечают Всемирный день черепахи. Медлительные, спокойные, пресмыкающиеся появились на Земле 200 миллионов лет назад. Им принадлежит рекорд по задерживанию дыхания среди позвоночных – 614 минут. Рептилии еще и долгожители. В 2006 году в австралийском зоопарке умерла галапагосская черепаха Гориета. Ей было 250 лет. Рекордсменку в Европу привез сам Чарльз Дарвин. 317 лет назад в Швеции родился знаменитый ученый и естествоиспытатель Карл Линней. Он вошел в историю как создатель метафизической систематики животных, растений, минералов и даже известных в то время болезней. За свою жизнь Линней снабдил научными названиями и описанием 11200 видов организмов. Он первым предложил использовать нетрадиционные растительные продукты в пище – морские водоросли, лопух, болотные травы. Карл Линней стал одним из основателей современной биологии. 23 мая на Руси почитали землю-матушку. Крестьяне не копали в поле, а только сеяли. Считали, если работать лопатами или плугом, можно навредить почве. Ходили босиком по земле, лечили болезни и недуги. Хозяйки проводили тщательную уборку в избе и сараях. Иначе в жизнь мог прийти хаос. Собирали травы и коренья. Верили, земля отдает растениям магическую энергию. Кучевые облака приносили с собой солнце, а долгое пение птиц – дождь. Именины сегодня отмечают Василий, Кирилл и Таисия. Рожденные 23 мая обладают способностью передавать эмоции и энергию окружающим. Значительную часть жизни осознанно посвящают своим детям. Сил хватает почти на все повседневные заботы. Сегодняшние именинники не стремятся к звездной славе и вполне довольны лишь участием. Без преувеличения можно сказать, что они находятся с собой во внутренней гармонии. Несколько лет назад интернет-активисты заговорили о том, что пользователи сети становятся заложниками так называемого пузыря фильтров. Это значит, что веб-сервисы и социальные сети кропотливо отслеживают активность человека и показывают ему только ту информацию, которая согласуется с его точкой зрения. С одной стороны, это приятно, когда тебе подбирают контент по интересу. Однако это значительно сужает кругозор. Именно поэтому наши корреспонденты ищут новости из разных сфер. Давайте узнаем, что они подготовили сегодня.
В Нижнем Новгороде впервые представили новую «Волгу». Отечественный автомобиль показали на выставке «Цифровая индустрия промышленной России». Ее посетил председатель правительства страны Михаил Мишустин. Премьер-министр отметил, что машина вышла симпатичной, однако раскритиковал производителей за использование китайских деталей. У вас где сейчас сделан руль конкретно? Китайский? Кто? Руль. Руль, да, но на самом деле это же только начало. Вы слышите ответ? Да, руль пока китайский. Хочется, чтобы руль был российским. В линейку новой «Волги» вошли седан класса D и кроссоверы классов C и D. По словам производителя, их будут выпускать на базе Нижегородского автомобильного кластера. Ожидается, что первые машины на продажу соберут уже в этом году. В Тюмени девушки сделали предложение руки и сердца на месте ДТП. 23-летняя Регина ехала в университет в момент, когда на ее машину упали два столба. Один из них насквозь пробил легковушку. Девушка чудом осталась жива и отделалась испугом. Она сразу позвонила молодому человеку. По словам Александра, он понял, тянуть со свадьбой нельзя. Парень приехал и одел кольцо возлюбленной на месте аварии. По данным местного ГИБДД, столбы упали, когда грузовик с фруктами задел трос. В аварии также были повреждены еще три автомобиля. Никто не пострадал. В Самаре открыли пивной спа-центр. В салоне предлагают насладиться водными процедурами в деревянных купелях, которые до краев заполнены пенным напитком. Владельцы считают, для мужчин такие ванны послужат альтернативой классическому отдыху. Женщинам заменят сеансы красоты. Это не первый пивной спа-центр в России. Одним из самых известных считается салон в подмосковном Егорьевске. Знаменитый нижегородский пес по кличке Кругиц похудел к лету. Он сбросил вес до 55 килограммов и начал самостоятельно ходить. В этом собаке помог уход ветеринаров, диета и физические нагрузки. История Кругица прогремела в сети в октябре прошлого года. Пса нашли волонтеры на улице. Тогда он весил 100 килограммов и не мог самостоятельно передвигаться. Сегодня Кругицу ищут любящих хозяев. Пришло время узнать, что нового произошло на Сахалине и Курилах. Чем отличились островитяне, какие события они обсуждают, чего ждут, о чем мечтают. Мои коллеги из новостного отдела готовы ответить на все эти вопросы. Мы с вами находимся в киноконцертном зале «Октябрь». Это самый большой киноконцертный зал в Сахалинской области. Здесь 522 посадочных места и здесь самый большой в области экран. Организованными группами воспитанники Троицкого детского дома «Звездный» гуляют по коридорам кинотеатра. Школьникам представилась уникальная возможность заглянуть в помещение, доступ к которым имеет только персонал учреждения. Значит, смотрите, если раньше у нас кинофильмы на чем приходили, кто знает? На кинопленках, и стояли кинопроекторы. Сейчас все это у нас цифры, фильмы приходят на флешках, на жестких дисках, через интернет официально. И фильмы у нас загружаются не загружаются на специальный компьютер. Сервер для кинопоказа, вот он здесь у меня находится, вот в этой стойке. Сердце кинозала «Аппаратное» первое открыло двери для ребят. Мальчиков, конечно, сразу привлекло оборудование для показа фильмов. Девочек больше удивил шум и холод, которые стояли от массивной техники. Группа состоит у нас с 12 лет до 16. То есть разновозрастные дети. Кто-то, может быть, задержится здесь, немножко зацепит интересы. Может быть, кто-то придет работать, кто-то пойдет учиться по этому профилю. Не обязательно все, но может быть кто-то. Хотя бы один – это уже хорошо. Ознакомительные экскурсии в октябре проводят с 2016 года. Посетить тайные комнаты приглашают детей из разных образовательных учреждений региона. В программу визита также входит знакомство с системой объемного звука в кино и показ демонстрационного ролика. Оптимальное количество людей для экскурсии – это 30 человек. Не потому, что мы не можем физически принять больше, просто если ребят больше, чем 30 человек, то помещения небольшие, киноаппаратные, гримерки, и им будет тесно, и та информация, которая рассказывается на экскурсии, они просто не усвоят, потому что не будет слышно. Полученные знания детям понадобятся. Если не в жизни, то в конце экскурсии точно. Для ребят из Центра «Звездные» провели викторину по усвоенному материалу. За правильные ответы награждали попкорном.
А кто запомнил, в каком году был открыт киноконцертный зал «Октябрь»? 1967. 1967. Я специально запомнила. Все хорошо. Сегодня в киноконцертном зале «Октябрь» устраивают около 50 экскурсий в год. Чтобы посетить их, необходимо предварительно записаться. Подробная информация размещена на сайте Сахалинского кинодосугового объединения. Вы испытали что-то очень тяжелое, даже ужасное. Это можно назвать душевной травмой. Но значит ли это, что пережитое искалечит психику на всю жизнь? Разберемся вместе с КПТ-терапевтом Никитой Лукашовым. Душевная травма, или как называют это психологи, психическая травма, психологическая травма, это состояние, когда человек сталкивается с экстремальной стрессовой ситуацией. И это предполагает угрозу жизни или физической целостности человека, либо его близких, родственников. То есть и такие факторы, которые могут привести к психической травме, их существует два вида. Первые – это которые случаются единоразово, да, то есть когда на человека напали один раз, да, там изнасилование было, грабеж, там, авария, может, он в какое-то стихийное бедствие попал. Да. Такие стрессовые события нередко приводят к посттравматическому стрессовому расстройству, то есть когда у человека начинается такая история, так называемые вторгающиеся симптомы. То есть у него, ну, он может спокойно сидеть дома, смотреть телевизор, ему вдруг начинают приходить мыслительные образы о том событии стрессовом, ему становится дискомфортно, ему становится неприятно и страшно, он испытывает разного рода симптомы, ему могут сниться сны подобного содержания, да, как стрессовое событие, которое ему стрессует, это вот, ну, так скажем, угрожающую жизни или целостности физическое стрессовое событие, которое происходило, могут сниться разные сны такого содержания, и, соответственно, человек просыпается среди ночи в поту, ему страшно, то есть пока он успокоится, пока уснет, либо бессонница бывает на этом фоне. И второй такой вот фактор, который может приводить, фактор стрессовых событий, это повторяющиеся стрессовые события. То есть, допустим, ребенок, который растет в семье, где применяется физическое насилие. Да, либо это периодическое изнасилование, да, либо это когда человек живет в регионе, где происходят военные действия, либо он участвует в этих военных действиях. То есть эти события могут приводить к так называемому комплексному посттравматическому стрессовому расстройству, и либо еще его называют сложному посттравматическому стрессовому расстройству. То есть в целом бывает такое, что в обыденной жизни люди путают и думают, что такие вот бытовые случаи, как ссора, конфликт, обида какая-то, да, кто-то кого-то обидел, кто-то кого-то, значит, толкнул, там, не знаю, накричал, они воспринимают эту как психическую травму, да, но это не так. То есть психическая травма – это тогда, когда вы попадаете в экстремальную ситуацию, в вашей жизни что-то угрожает или вашей физической целостности что-то угрожает, и вы очень эмоционально воспринимаете это и переживаете. Либо вам угрожает, либо вашему близкому. Да, то есть, ну, нередко, примерно в 20%, если не изменять память, по данным ВОЗ, это перетекает в ПТСР, то есть посттравматическое стрессовое расстройство. Душевную травму, психическую травму можно вылечить, обратившись к психотерапевту. Все-таки это будет не психологическое консультирование, а психотерапия. Потому что человек, который пережил травматическое событие в жизни, это событие очень много для него значит. То есть он во втором случае, когда человек живет в этом, да, то есть он подвергается домашнему насилию, у него меняется восприятие мира, он начинает воспринимать мир как враждебный, он может с опаской относиться к другим людям,
ждать от них каких-то неприятностей, да, хотя человек может быть настроен по-доброму, но он все равно будет подозревать, что может у человека какие-то другие намерения. Да, почему? Потому что вот сама среда, в которой он живет, заставляет его начинать воспринимать мир по-другому. И нередко повторяющиеся события травматические приводят к расстройству личности. И это уже долгая работа. К сожалению, от расстройства личности нельзя избавиться. Можно только научиться с ним жить, да, научиться инструментам, которыми человек может регулировать свое эмоциональное состояние. Уже через пару дней, 25 мая, в России отметят День филолога. Это профессиональный праздник всех, чья работа связана с текстами. Современные специалисты трудятся во многих областях истории, лингвистики и литературы и вносят большой вклад в образование. Так что весьма кстати, что ровно год назад, в преддверии их праздника, мы запустили новую рубрику, посвященную богатству русского языка. Ежедневно моя коллега Василиса Долгушина рассказывает о происхождении известных и не очень выражений. Смотрим. Хорошая речь, как юбка. Достаточно длинна, чтобы покрыть тему, и достаточно коротка, чтобы создать интерес. Слова принадлежат британскому политику Уинстону Черчиллю. Возьмем на заметку. Дать фору. Так говорят, когда один человек на порядок превзошел другого в чем-либо. Слово «фора» происходит из итальянского языка и означает «вперед», а также имеет латинские корни, так что во многих европейских языках можно встретить нечто похожее. Например, английский «forward» – «передовой», «передний» или немецкий «forwards» – «вперед». Употребляйте это выражение правильно и к месту. Ведь, как сказал российский писатель Олег Рой, иногда один короткий взгляд бывает красноречивее самой пламенной речи. Вы знали, что древние римляне изначально очень скудно питались? Их основной рацион состоял из хлеба, овощей, мяса. Но разнообразие продуктов и обмен кулинарными традициями с множеством культур Средиземноморья помогли развить новые и модернизировать старые вкусовые привычки и рецепты. Слово Андрею Секретареву. Друзья, всем доброе утро. С вами Андрей Секретарев, я шеф-повар ресторана «Вокруг света». Сегодня мы с вами приготовим паштет из куриной печени и чипсами из лаваша. Паштет у нас уже готов заранее. Рецепт вы увидите на экране. Мы берем с вами уже подготовленную сервировочную тарелочку. Выкладываем нашу печень. И вот такими вот произвольными движениями делаем наши углубления. Также у нас заранее есть подготовленный луковый джем. Нам он нужен совсем чуть-чуть. Выкладываем на краешек тарелочки. Ой, паштета, извиняюсь. Обязательно какой-нибудь домашней зеленушечки, укропчик, лучок. Топленое сливочное масло. И наше углубление вложим чипсы из лаваша. Четыре штучки будет достаточно. Сбрызгиваем это все зеленым маслом. Щепоткой землей из маслин.
такое простое блюдо сегодня мы с вами приготовили. Паштет из куриной печени. Всем приятного аппетита. Хорошее настроение – результат физической активности. Всего 10 утренних минут, потраченных на несложные упражнения, придадут бодрости и силы на весь день. При активных движениях в организме вырабатывается гормон радости – эндорфин. У негативных эмоций не будет шанса. Размяться и настроиться на трудовой день нам поможет фитнес-тренер Екатерина Баландина. Доброе утро! Я желаю вам хорошего настроения, и сегодня мы поработаем с вами над любимой зоной, зоной ягодиц. Разберем два упражнения. Первое упражнение называется хип-хинч, второе упражнение будет ягодичный мост. Но я думаю, вы откроете для себя много нового в технике непосредственно ягодичного моста. Итак, хип-хинч. С английского это сгибание в тазобедренном суставе или сгибание бедра. Вам для этого упражнения понадобится либо фитнес-эспандер, вот такой. Либо любое отягощение. Возможно, если у вас дома есть гантели, они вам сейчас пригодятся. Итак, исходное положение. Стоя на одной ноге. В данном случае это будет правая нога. Левая нога уходит назад на носок в небольшую опору. Приблизительно распределяйте нагрузку 80 на 20. 80% у вас нагрузки будет уходить на правую ногу и 20% на левую. Вес вы держите в противоположной от рабочей ноги руке, соответственно, в левой. Плечи расправили, за макушкой вытянулись вверх. И за правой седалищной костью, правую руку можно поставить на пояс, за правой седалищной костью вы начинаете тянуться назад, удлиняясь в пояснице. За седалищной костью, за макушкой вытянетесь вперед. Следите, чтобы у вас не было запрокидывания головы. Шея является продолжением грудного отдела и позвоночника в целом. Вы почувствуете растяжение в ягодичной мышце и, сокращая ее, поднимаемся наверх. Какие, очень простое упражнение на первый взгляд, какие могут быть здесь ошибки? Первое. Вы уходите в слишком большое сгибание в тазобедренном суставе. Этого делать не нужно. Это не выпад, это небольшое сгибание в тазобедренном суставе. Но здесь будет классно работать ягодичная мышца, вы это почувствуете. Это упражнение очень здорово подходит для тех, у кого не получается включить по какой-то причине ягодичную мышцу. Итак, избегаем слишком большого наклона корпуса. Слишком большого сгибания в коленном суставе. Это не выпад. Это что-то между становой тягой и что-то между выпадом. Угу. Еще раз. Тянемся за седалищной костью назад, вытягиваясь макушкой вперед, сохраняя нейтральное положение поясницы. Как будто вы попой открываете дверь. Представьте, что у вас в руках пакеты, и ну, вы не можете дверью, руками это сделать, вы, соответственно, это делаете тем, что у вас свободно. Вот делаем то же самое, но с опорой на одну ногу. Еще раз. Потянулись. И сокращая правую ягодичную мышцу, вырастаете полностью наверх. Следите за тем, чтобы у вас обязательно было полное разгибание в тазобедренном суставе, чтобы вы не оставались в полусогнутом состоянии. И еще одна ошибка. Переваливание таза. Следите, чтобы у вас обе половинки таза были на одном уровне. И правая, и левая половина. При наклоне вы можете руки поставить сначала себе на подвздошные кости, это вот эти косточки, которые торчат, и проверить, не ушел ли у вас таз в одну или во вторую сторону. Угу. Как это выглядит с эспандером? Продеваем на рабочую стопу, в данном случае на правую, и левой рукой вы удерживаете эспандер. Правая рука на поясе. Уводя таз назад, за седалищной костью тянемся назад и на выдохе вырастаем вверх. Обязательно следите за тем, чтобы у вас включались мышцы пресса. Не расслабляем живот. И еще один секрет. Для того, чтобы лучше включить ягодичную мышцу в любых упражнениях,
давите большим пальцем в пол, потому что большой палец непосредственно связан с ягодичной мышцей. Вот такой секрет. И второе упражнение – ягодичный мост. Исходное положение – лежа на спине. Проследите за тем, чтобы у вас не запрокидывалась голова назад. То есть, если вы испытываете некий дискомфорт в шее, подложите какую-то подушечку. Ну, если вы занимаетесь на коврике, то можно вот таким образом свернуть коврик, чтобы ваша голова была в нейтральном положении. В этом положении лежа вы хорошо чувствуете свой затылок, нижний край лопаток, крестец и стопы. Раскройтесь в плечах, взгляд ваш направлен вверх. Руками потянитесь к пяткам и расслабьте руки. Затем, погружаясь пятками в коврик, либо в пол, как будто вы погружаетесь в такой тугой зыбучий песок. Ваши ноги начинают в глину как будто бы погружаться. И вы пятками отталкиваете коврик от себя. Начинаете от крестца отклеивать себя от коврика, позвонок за позвонком, удлиняя бедра, направляя колени далеко вдаль. То есть вы как будто вытягиваетесь коленями и бедрами вперед. При этом постоянно толкаете пятки вперед. Позвонок за позвонком, поднимаете таз до нейтрального положения поясницы и таза. То есть переразгибаться в пояснице не нужно, иначе вы начнете чувствовать спину, а не ягодичные мышцы. В этом положении проверьте, насколько вам комфортно лежать. Ваши плечи расслаблены, чтобы они у вас не поднимались от пола. Здесь вы делаете глубокий вдох. И на выдохе также позвонок за позвонком, как будто вы себя расстилаете по коврику, удлиняя позвоночник, вы начинаете укладывать сначала грудной отдел, затем поясничный, и в самом конце вы кладете на пол крестец. Поверьте, если вы будете делать это упражнение, подключая артикуляцию позвоночника, то есть вот это движение позвонок за позвонком, вы не только прокачаете свои ягодичные мышцы, но еще и здорово поможете своей спине. Потому что сейчас, поскольку мы мало двигаемся, много сидим, наш позвоночник теряет нужную мобильность. Итак, еще раз. Хорошая опора в стопы. Стопы у вас находятся под коленными суставами. Погружаем стопы в коврик, толкаем пятки от себя и на выдохе, удлиняясь вперед за коленями, отклеивая крестец, поясницу, грудной отдел. Здесь делаем вдох, вытягиваясь еще больше. И на выдохе уходим вниз, удлиняя свой позвоночник. Снова вдох. И на выдохе поднимаемся вверх и уходим вниз. Усложнить это упражнение можно, подняв одну ногу вверх. Вы можете соединить колени вместе, так вы будете подключать еще и внутреннюю часть бедра. Если вам будет сложно удерживать таз в таком положении, то вы можете поднять ногу выше, даже согнуть ее в колени. И выполнять это упражнение, нагружая одну ногу. Только следите обязательно за тем, чтобы ваш таз не смещался, чтобы обе половинки таза были на одном уровне. Это будет еще служить тренировке стабилизации таза. Вот такие классные, эффективные упражнения для вашей красивой, подтянутой, упругой пятой точки. Я вам желаю хорошего дня. Пока-пока. А сейчас пришла пора прощаться. Наша программа вновь выйдет в эфир уже завтра, сразу после утреннего выпуска новостей, так что не забудьте включить телевизор. В студии была Ева Чучишвили. Хорошего и продуктивного дня. Пока. Новый современный торгово-развлекательный центр «Аллея». Вас ждут лучшие магазины «М-Видео», «Детский мир», «Симост», бренды одежды «Левайс», «Лайм», «Бифри», «Зарина» и многие другие. Крупнейший на Сахалине гастромаркет «Арбат», где вы можете купить свежие фермерские продукты, а также посетить более 30 кафе и ресторанов с кухней различных стран мира. Ждем вас ежедневно по адресу улица Фархутдинова, 3.